Всеукраинский турнир «Повод дзюдо» среди юношей и девушек, посвященный памяти героев Чернобыля, пройдет в нашем городе 12 апреля в московском ФОКе «Чемпион». Отдел молодежи и спорта, заслуженный тренер Украины Олег Геннадьевич Копылов приглашает всех словучан на просмотр всеукраинского турнира по дзюдо. Начало соревнований 12 апреля в 11:30. Московский ФОК ждет вас.